Бүгін бір қызық жерге бара жатырмыз. Сегодня едем в одно интересное место. Сейчас поднимаюсь в сторону горнолыжного курорта Ой-Карағай. Біз қазір Талғар ауданында жүрміз. Это у нас Талғарский район. Подъезжаю к населенному пункту Котырбұлақ. И здесь сразу направо после него, после знака. И вот такая дорога есть асфальтированная в горы. Как раз я задавался вопросом, что же там находится. Шлагбаум. Впервые вижу шлагбаум с кодовым замком. Прикольно. Да, я думаю, она сама закроется. Прикольный шлагбаум. Вот, заехали дальше вверх. Как раз я, когда делал здесь съемки про аул Котырбұлақ, я задавался вопросом, куда же интересная дорога ведет. А там, оказывается, наверху находится, то есть, база отдыха. Здесь вдоль дороги есть вот такая газовая труба. Значит, наверху тоже есть доступ к газу. Ну и асфальт такой неплохой. Здесь вот мед собирают. Наверху, оказывается, здесь разные дома есть. Я думал, только база отдыха. Просто красота здесь прям. Едем по вершине. Разные дома, разные территории здесь есть по пути. А нам ехать вон туда, в самый конец. И там вот новое что-то строится на той горке. Тоже вот что-то строится. Кажется, дом. Ого, там наверху еще дом. Это прям интересная гора такая. Интересно, конечно, сколько здесь в этих краях вообще земля стоит. Виды здесь просто шикарные. Сейчас я покажу еще виды на горы. Обалдеете. Вот пока что вот так посмотрите. Потом чуть поближе еще подсниму. И тем временем мы уже добрались до нашей локации. Будем сегодня здесь ночевать, жить. У данной локации просто, ну, с видом они, конечно, вообще не прогадали. Выбрали шикарное место. Вот, создали вот такие пруды на территории. Так, вот один купол,
И получается, вот эта вот территория называется мега-дача. На карте посмотрел, ну, в целом, видим проект. Сказали, будет здесь ресторан, будет тоже отель. Там дальше какие-то еще беседки будут. Вот, но я так понял, что вот эти, то есть купольные дома и вон то отдельное здание, это разные два проекта будут. Вот, давайте быстренько покажу вам один из куполов. Это вот второй купол. Пока сюда, так скажем, дети не набежали, пока здесь есть порядок, все красиво. Вот такой купол. За два купола мы заплатили, получается, каждый купол в выходной день стоит 70 тысяч тенге. Каждый купол рассчитан на 5 человек. Здесь вот есть кровать, и там, сказали, еще наверху есть кровать. Вот. Такой вот купол. Здесь есть небольшая кухонная зона. Вот такая. Без плиты. То есть есть микроволновка, есть холодильник, умывалка, приборы там, чайник есть. Вот. А то есть что-то там готовить, то желательно на улице. Есть мангал предоставляют, есть костровая зона. Так, вот второй этаж вот так выглядит. Вот такая вот кровать. Она чуть поменьше, чем вот эта кровать. Вот, ну и то есть, если у вас, так скажем, двое детей, то они тут без проблем поместятся. Ну или тоже какая-нибудь еще одна парочка. Также, конечно, здесь есть обогреватель и кондиционер. Сегодня очень жарко на улице, плюс 28-30 градусов. Вот. И вот такой вот вид из окна. Пруд, костровая зона, горы. Место, кстати, называется вот Awa Glamping. Welcome, enjoy your stay. Вот так, у нас это вот здесь вот туалет. Вот. Здесь вот душ. Тоже умывалка. И, то есть, как бы нормальный туалет, хороший, предоставляется. Вот видите, полотенце наборы. Видимо, здесь мыло есть. Там вон там есть гель или шампунь. Вот. Также хочу подметить, что купольные дома как бы снаружи одинаковые, а вот внутри они разные. Тот, кстати говоря, более, так скажем, в белых тонах соседний. Вот такой комплимент от заведения For Ulan and Co. Готовим полдник. Сейчас будет плов из мясного ассорти. Кто-то там летит на маленьком самолете. А из этого приятного аппетита. Я не знаю, почему Время заката. Красота, конечно. Ага. Тут нельзя избежать мяса. Там капец хумыс какой-то был. Оно везде. Не хумыс. Айрултан, доброе утро. Гуляем по территории, сходили вниз, там тоже, можно сказать, что-то вроде глэмпинга, только вариант как большая палатка.
тоже занято, как бы люди отдыхают. И вот сейчас гуляем по территории еще. Это вот сказали альпийские дома вот здесь. Тоже все это будет сдаваться в аренду. Можно приехать отдохнуть. Данный вот этот большой проект называется, оказывается, мегадача. И здесь тоже можно будет приезжать, делать даже праздники. Сказали, у них здесь ресторан будет. У этих домиков тоже есть вот такие мангалы для шашлыка. Вот такие здесь вот прицепы есть, тоже будут сдаваться в аренду, я так понимаю. Интересно, сколько они стоят, конечно, каждый. Компания Енот Компакт. Видимо, это изготовитель. Внутри, как сказали, то есть на 2 человека спальное место. А там вот город Алматы, он там вдали. Ну, там можно увидеть будет телевышку. Тоже отличное место, отличная смотровая. А здесь вот такую вот беседку сделали тоже. Очень похожа на беседку, которая стоит на Кукжайляу. Шашлыки, часть вторая, завтрак. Чуть не забыл вам показать белый глэмпинг. Вот так он выглядит. Тоже здесь вот свой туалет, душ, полотенце. Вот. Тоже стол, стулья, вешалки здесь на входе. Кондер, обогреватель, есть настольные игры. И здесь также на втором этаже есть отдельная кровать. Ну и, конечно, вот зона кухни здесь. Ну вот, теперь вы тоже знаете об этом месте. Довольно, ну, вроде как оно даже новое. В этом году начало открываться, там строиться и так далее. То есть для гостей. Будете знать. У них тут у всех есть Инстаграм, их можно будет найти. Ауа Глэмпинг, Мегадача. Там третий проект, если честно, я не знаю, как называется, но там тоже что-то есть. Ал енді осымен демалысымыз бітті. Глэмпингті админдерге тапсырып үйге қайтып бара жатырмыз. Рахмет, сау болыңыз. Спасибо и до скорой встречи.